Согласно комплексному плану социально-экономического развития Республики Абхазии, в городе Пицунда ведутся капитальные работы по строительству спортивных площадок. Не так давно в городе Пицунда по улице Гицба и Агрба были открыты футбольные поля. Это, в частности, способствует развитию дворового футбола. Однако, помимо футбола, молодежь Пицунда достигает высокие показатели в других видах спорта. К примеру, воспитанники пицундской школы волейбола не раз занимали призовые места в различных соревнованиях как в Абхазии, так и за ее пределами. Поэтому было крайне необходимо на территории Пицунды разбить спортивные площадки. В середине марта по улице Гицба приступили к строительству спортивных площадок. Это волейбольные, баскетбольные поля и теннисный корт. Естественно, мы как-то и с депутатами городского нашего, мы пришли к одному мнению, что все, что должно делаться по Пицунде, вот тех же спортивных площадок, мы решили это все выбрать в одном месте. Вот как вы видите, мы выбрали ее по улице, вот напротив администрации, значит, у нас будут здесь 4-5 площадок, вот. Сегодня, на сегодняшний день, как вы видите, три площадочки вот к завершению идут. Там будут, значит, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, большого тенниса будет одна площадка. Также в скором времени центральный пицунский стадион будет отреставрирован согласно современным стандартам. На территории стадиона будет разбита площадка для легкоатлетов. Вот, планируется как? Не только как футбольное будет большое поле. Мы хотим там и чисто легкоатлетического уклонности. Там будут и беговые дорожки. Ну, то, что касается легкой атлетики, там, прыжки в высоту, прыжки в длину, чтобы она вместилась там все, и футбол, пожалуйста, и то, что касается тех же соревнований вот, по легкой атлетике. Вот такая программа у нас стоит, это согласовано, значит, естественно, с комитетом спорта и молодежи нашей республики. Вот. Есть проект, будут строить. Планируется, вот, где большой стадион у нас, чтобы мы могли принимать любые команды Российской Федерации, допустим, хотя бы, да, естественно, должны быть, они должны жить в таких условиях, в спортивных условиях. И как раз вот и у нас помещается там же, будет, видимо, трехэтажное, по-моему, здание, чтобы там было все, чтобы принять любые команды, ну, создать им условия, чтобы они могли отдыхать и заниматься своим, значит, профессиональным делом. Открытие спортивных площадок способствует развитию и популяризации различных видов спорта среди подрастающего поколения.